Дагестане хорошо развивается овощеводство защищенного грунта. В связи с этим возникает и вероятность заноса на территорию республики потенциально опасных карантинных объектов. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора в текущем году планируют осуществить обследование свыше 310 тысяч гектаров земли с применением 7 тысяч ловушек. Из них 3,5 тысячи только в теплицах. Возникает угроза заноса на территорию нашей республики потенциально опасных карантинных объектов закрытого грунта. Это такие, как томатная минирующая моль, табачная белокрылка, западный калифорнийский цветочный трипс и другие вредители и болезни, имеющие карантинное значение. Цель таких действий – это выявление опасных карантинных вредителей. Сотрудники Россельхознадзора региона настоятельно рекомендуют владельцам тепличных хозяйств проводить проверки на своих территориях, используя также ловушки. Если вы обнаружили новых вредителей, нужно срочно обращаться в управление, лабораторию ДАК-филиала ФГБУ в НИИКР, либо позвонить по номеру, указанному на экране. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».